значит, обслуживать легкое воздушное судно без привлечения организации потока? Да или нет? Просто ваше мнение. Мое мнение такое. Индивидуально. Вообще-то простые технические обслуживания посложены. Нет, все, простое техническое обслуживание, я имею в виду. Годовое, слышишь, собой, все годы. Линейное техническое обслуживание, в принципе, в зависимости от класса воздушного судна, сложности его и так далее, то, в принципе, да. Значит, в принципе, да. Второе. Но дальше нас не пускают. Сошлитесь, пожалуйста, на какой-нибудь пункт действующего законодательства, где от нас требуется утверждать программу технического обслуживания. Утверждать? Да. Ну и вообще или иметь. И вообще, как, кто ее разрабатывает? Нет, Сошлитесь, пожалуйста, на пункт действующего законодательства. Папа, у нас очень пункт 20, например. Какой? Сейчас не вижу, да, но это надо мне посмотреть. Хорошо. Тогда потом. Сразу не могу. У меня есть мнение, что нет. Нет, я найду. Я пойду и скажу, где. Определение, что какой-то сильный, что сам приказе, который трактует, как эксплуатирует зарубежную технику. Там есть маленькая такая. Про зарубежную технику. ВВ-130 это для коммерческой авиации, а не для авиации общего значения. Это не для коммерческой авиации. Вы путаете. Значит, ну как сказать, это не для коммерческих, это для типа воздушного судна, серийного воздушного судна, которое имеется тип этого воздушного судна. Это не для единичных экземпляров, то другой судно. Это типа где эксплуататов, а здесь лизвицы сидят большинство. На 90%. Да. Вы не путаете эксплуатацию. Не заставите взять программу, покажите, что смотрите. ФАП-145 существует для организации, для большой авиации. Во всем мире существуют парты разные. ФАП-145 для малой авиации, то есть и для авиации общего назначения, и для коммерческой авиации. У нас в России только один ФАП-145. И что требует, что к Аэрофлоту, что к Аэросоюзу, где я работаю, сказать, ни те абсолютно не может такого быть. Тем более иностранных вертолетов, которые обслуживают, там техническое обслуживание, предполетная подготовка вообще отсутствует. А у нас требует все равно. У нас тоже нет.